сначала сказать, а потом помолиться за еще несколько вопросов. Не так. Нет, вот так, так. Я увидела такую картину на прошлой неделе, когда у нас был выезд, и услышала слово. «Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». И я увидела такого лебедя, он должен был быть под водой, но он еще просто не высох. Может быть, тоже не успел высохнуть, поэтому я еще не нарисовала воду. Вот, ну, может, и к лучшему пока. Вот, и я хочу просто... Сегодня я почувствовала, когда мы прославляли в начале, о том, что Господь хочет обращаться к каждому из нас в отношении обновления посвящения. Обновления... Я не знаю, кто из вас какие ситуации мог проходить и за этот год, и вообще за всю жизнь в своей христианской, да, жизни. Но я чувствую, что сейчас время, когда Бог хочет сказать об обновлении посвящения. От того, что мы могли действительно оставить, как Павел говорит, да, в этом послании, в этой главе, о том, что я все почитаю за сор ради познания Христа. Потому что он, да, ему было чем хвалиться. Но вот именно вот это обновление посвящение, что я готов оставить все ради того, чтобы познать его. И я увидела в этой картине, для меня, по крайней мере, она значит, я ее, в общем-то, лично, да, для себя увидела, но хочу передать всем как погружение в другие глубины и стремление вперед. Оставлять задние и стремиться вперед. Поэтому благословляю нас всех стремиться дальше.